На улицах Барнаула продолжает работу мобильный пункт, в котором все желающие могут привиться от гриппа. Сегодня он расположился прямо в центре города у гостиницы «Центральной». По словам представителей Минздрава, с начала недели прививки именно в мобильном пункте сделали уже 200 человек. Чтобы поставить вакцину, с собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Пожилым людям достаточно пенсионного удостоверения. С помощью такой акции медики намерены ускорить проведение прививочной кампании до сезонного подъема ОРВИ, который ожидают к середине ноября. К сожалению, в этом году вакцинация проходит не без проблем. К примеру, многие школьники, чьи родители были согласны на прививку, до сих пор ее не получили. К сожалению, возникла ситуация с заминкой последней поставки партии вакцины против гриппа. Сегодня все получили, детские поликлиники, все до единой, все работают. На сегодняшний день 60% уже детей привито. То есть реализована первая партия вакцины и реализовано 10% второй поступившей партии. Мы будем стараться закончить прививочки не позднее 15 ноября. Всего Минздрав планирует привить 40% населения края. На сегодняшний день привито 30%. Мобильный пункт будет работать в центре Барнаула с 10 утра до 3 часов дня. В течение всей этой недели, включая субботу.